Перед началом концерта в фойе органного зала развернулась фотовыставка из собрания Ереванского дома-музея Арама Хачатуряна. Гости познакомились с именами известной армянской пятерки. Это композиторы, родившиеся в 1920-21 годах. Александр Арутюнян, Арно Бабаджанян, Эдвард Мирзаян, Лазарь Сарьян и Адам Худаян. На выставке вы можете ознакомиться с материалами, с фотографиями, которые представлены музеем Арама Хачатуряна, где можно проследить за профессиональными, личностными, так сказать, взаимоотношениями Арама Ильича и более молодого поколения композиторов, которые стали последователями его композиторской школы. Камерная музыка армянской пятерки и переложение фрагментов театральных и балетных сочинений прозвучали в исполнении известного трио имени Арама Хачатуряна. Это пианистка Армине Григорян, скрипач Карен Шахгалдян и виолончелист Карен Качарян. Напомню, зимний международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета проходит в Сочи с 12 по 23 февраля.